вашему вниманию представить доклад об основных направлениях деятельности училища Олимпийского резерва номер один и всего того, что нам удалось добиться за тот период времени, как существует училище. В следующем году училище отмечает свой 50-летний юбилей, а сегодня за 49-летнюю историю выпускниками училища было завоевано 70 олимпийских медалей, и в том числе 29 из них золотых. На сегодняшний день в училище эффективно функционируют и ведут подготовку высококвалифицированных спортсменов 13 спортивных отделений. В училище действует четко выстроенная образовательная структура с общеобразовательной школой, где ребята учатся со 2 по 11 класс, и колледж, в котором обучение ведется по программе «Физическая культура», и в колледж принимаются выпускники 9 и 11 классов. Обучение также ведется по очной и по заочной формам обучения. Основными преимуществами для поступающих в колледж можно считать диплом государственного образца, отсрочка от армии, обучение в одном из ведущих спортивных колледжах города Москвы. Обучение в училище ведут высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени кандидатов и докторов наук, а также звания почетных работников образования Москвы и Российской Федерации. Вот уже 2 года наши студенты принимают участие и входят в число финалистов регионального этапа чемпионата профессионального мастерства WorldSkills по компетенции физической культуры, спорт и фитнес. Социальными партнерами и друзьями нашего училища являются ведущие высшие учебные заведения Москвы и России в сфере физической культуры, спорта и туризма, такие как ЦАЛИФК, МГПУ, РГУТИС, РГСУ и МГИКСИД имени Сенкевича. В училище образовательный процесс по изучению иностранных языков строится на английском языке и втором языке по выбору обучающихся, где они могут выбрать один из предложенных, это немецкий, китайский, испанский или французский. А также на дополнительных занятиях ребята могут пройти подготовку к кембриджскому экзамену по всем уровням и получить подтверждающий международный сертификат с признанием международного уровня. А для спортсменов, находящихся на длительных сборах, участвующих в соревнованиях или отсутствующих на занятиях по причине болезни, внедрена электронная система с возможностью дистанционного обучения Moodle, когда студенты в удаленном доступе имеют возможность получить от преподавателя задание, выполнив его и отправив обратно на проверку. Для этого достаточно иметь не только ноутбук, а любой современный гаджет, смартфон с выходом и подключением к интернету. Качественное образование в училище подтверждается 100% показателем сдавших экзамены по ЕГЭ и УГЭ за последние 3 года. Высокий уровень научного потенциала проявляется в постоянном участии сотрудников и обучающихся в различного рода конференциях, круглых столах и конкурсах. Училищем также проводятся конференции и круглые столы, в том числе на английском языке, с привлечением зарубежных образовательных и спортивных организаций в форме телемостов и скайп-конференций. Обучающиеся в училище в своем распоряжении имеют современное общежитие с комфортными номерами, столовую с собственным горячим цехом и питанием по системе шведского стола, современную материально-техническую базу для обучения и тренировочного процесса. Училище располагает собственным оснащенным медицинским центром, где спортсмены могут пройти функциональную диагностику или восстановительные процедуры. Училище имеет большой опыт проведения соревнований международного уровня. И вот уже 3 года в конце декабря на территории училища проходит рождественский турнир по спортивной борьбе, в котором принимают участие спортсмены более чем из 20 стран. Также стало хорошей традицией в летнее время проведение в училище летних матчевых встреч между российскими и американскими борцами на свежем воздухе.
Училище активно публикует достижения своих воспитанников в социальных сетях, ведя страницы в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Яндекс.Дзен на русском и английском языках, а также ведет собственный YouTube-канал, предлагая своим подписчикам эксклюзивную рубрику «Завтрак с чемпионом», где приглашаются олимпийские чемпионы и известные люди, которые делятся секретами своего успеха, мастерства и здоровья. С 2019 года училище издает собственный электронный научно-методический журнал «Олимпийский резерв», зарегистрированный в Роскомнадзоре и научной базе e-library с подтверждением публикаций индексом Хирша. На страницах журнала публикуются интервью с известными спортсменами, научно-методические статьи, результаты спортивных соревнований и еще много другой увлекательной информации. Уже выпущено 4 номера на русском и английском языках. К выходу готовится 5-й номер, в котором будет освещен данный круглый стол и данные выступления докладчиков. И в завершении хочется сказать, что мы вас всех приглашаем к празднованию нашего юбилея в следующем году, а также к сотрудничеству и всегда видеть рады наших друзей на страницах нашего журнала. Спасибо за внимание.